Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ух ты, обалдеть! У нас новейшие унитазы без бачков. Уборную теперь будет проще мыть. Но и это еще не все. Тут крышка поднимается при приближении. Здорово, что тебя туалет обрадовал, но... А вы-то куда ходили? Так, по делам. Девчачьи дела можно было и у Белл обсудить. Так тут сидеть скучно. А тут как раз в Сасадзуке недавно открылось новое классное итальянское кафе. Зараза! Так ты просто покичиться хотела, что живешь богаче нас! У нас-то на ужин сегодня жалкий качан капусты! И свиная нарезка по скидке за 99 йен со сроком годности впритык, приправленной солью да перцем! И ты нас в этом нос кнуть решила! Завязывай, Ася! Дальше не продолжай, так грустно. Откуда в нашей Сасадзуке взяться хорошей итальянской кафешки? Эй! Ты за что наш район держишь? Оно изменился живо! Не против после смены сходить куда-нибудь поболтать? А это вы так на свидание меня зовете, что ли? Вот только не получится, у меня сегодня дела. А как насчет завтра? Можно сходить в ту итальянскую кафешку, где вроде вкусно и красиво. Это у нас тут что-то новое открылось? Ты чего, Урашихара? У нас беда, Мао. От хозяйки снова пришло видеописьмо. Вдобавок в этот раз. Оно не на кассете. Подумать только. Мое первое цифровое видео окажется посланием от хозяйки. Вы уверены, что стоит? Доброго вам утра, господа Мао и Асия. Позвольте мне извиниться от всего сердца. Вы чего тут делаете? Еще и Белл, и Чиха. А ты что, слепая? Траву пропалываем. Нам, пожалуй, тоже пора. Что? Вы куда намылились? В баню. А то насквозь мокрые. Надо же. Вы что, тоже сюда? И не говорите. Бывает же такое. Нельзя, милая. Папа будет купаться отдельно. Мао. Что такое, тетя Тоя? Невеста. Мать девочки, но мне не жена. Первым делом вот, выпей. Хорошо. Что она там пьет такое? Может, кофейное молоко? Так это ж не культурно до купания пить! Тебя только это смущает. И все же, что это за тренировка такая с кофейным молоком? Для МакКафе? О чем ты вообще? Между тем, каждый раз, когда ее вижу... А ведь питается она не лучше меня. Так почему же? Но призадумайся, Белл! В бою она только мешаться будет. И правда, для гражданской такое нормально. Гражданская? Будет мешаться в бою? Что они вообще обсуждают? Что-то случилось? А ты у сердечка в груди спроси. Сначала под водопад. Зачем ей водопад для подготовки к кафе? Да МакКафе тут ни при чем, успокойся. Я к ним! Не спешите, ваше темнейшество! На вас полицию вызовут, если в таком виде ступите в женские купальни! Да даже если одетым пойдет, все равно... Пусти меня, Асия! Пока мы здесь, мужики до нас не доберутся. Ну да, мы ведь подняли барьер, да и хозяйку усыпили, как обычно. Так что все будет хорошо. Прошу вас, одумайтесь, княже! Одна ошибка может поставить крест на вашей социальной жизни! Иди ты, Урушихара! Тебе уже ничего не страшно! Вот не надо говорить так, будто я отброс общества какой-то! Черт, да плевать, даже если сдадут! Ваше темнейшество!